После этого изделие должно, заготовочка должна немножко отдохнуть, но мы ее еще не сильно помучили, поэтому можно ее раскатывать уже и сейчас. 11 апреля на хлебозавод «Дарница» приехала экскурсия со школьниками. Ребятам рассказали о таком непростом деле, как работа пекаря. Они на своем примере смогли понять, каково это сделать собственную булочку. Я сейчас сделаю пирожок с маком, а потом думаю сделать пирожок с вареньем. Я надеюсь, что у меня получится вкусно. Ребят провели с экскурсией по цехам завода. Они впервые увидели, как замешивается тесто, как его раскатывают в длинные метровые пласты, как режут и придают ему привычную для всех форму. Мне очень понравилось, было очень занимательно, и я узнала много нового. Сладко и вкусно. После мастер-класса и увлекательной экскурсии школьники с удовольствием разбирали свои вкусные поделки, а кто-то даже высказал идею стать будущим пекарем. Ольга Казанцева, Елизавета Фролова, Владимир Плотников, Екатерина Тестова. Специально для Крэйнсайда.